четвертая? В смысле? Как так-то вообще это получилось? Может, я там что-то должен был найти? Да нет, вроде как я гляжу. Хрен его знает, я вообще не понимаю. Не вкуриваю, что сейчас происходит. Ладно, пошли как есть. Потом, если что, я сохранился. Среда. Смотри-ка, призраков больше нету. О, у меня тут разные места есть, куда я могу пойти. К матери. К птице. А, это зоны. К высокому господину. Куда я хочу пойти? Ну, пошли сюда. Ее здесь нет. Эй, ты внизу, иди сюда. Привет, малыш, я застрял. Ты поможешь мне выбраться отсюда? Кажется, нет. Если ты найдешь кого-нибудь, кто бы помог мне, я испеку тебе пироги, они будут вкусными, вот увидишь. И мы будем рассказывать друг другу шуточки. Помоги мне, умоляю. Да я ж сам себя грохнул. Баттер, а у тебя вообще вопросов не возникает, да? Что здесь происходит? А, это я назад вернулся. Большой дядя, может быть, он сможет помочь мне? О! Жив! 9 часов. Наконец хоть кто-то, я думал, что на земле уже никого не осталось. Наконец-то. Так или иначе, я рад тебя видеть, мой мальчик. Меня укусила корова. Это так банально. К тому же, было 9 часов, как и сейчас, впрочем. Мне все это не нравится. И, кстати, что ты тут делаешь? Это место для тебя. Ах, только ради бога, не плачь, все в порядке. Да ладно тебе, прекрати. Иди ко мне, можешь... Вытереть слезы об мундир. Это только начало. Теперь будет только лучше. Будешь хорошим мальчиком, найдешь мне кое-что. Не знаешь, какой сейчас день, вроде бы некоторое время это было сегодня, не знаешь? А. Для него тоже что-то найти надо. А сюда. Птичка. Что, большой господин застрял в дыре? У меня есть дела поважнее, чем слушать эту ерунду. Это какие же? Ну-ка, я, может быть, смогу взять теперь этот? Я хочу в комнату вернуться. Он попросил узнать, какой сегодня день, а это значит то, что я смогу... Календарный лист. О, все, да, теперь я могу идти обратно. Времени-то уже сколько прошло. Ну ладно, я там все это все равно повырезаю, там очень много. Если что, если совсем уж надолго серия затянется, то разделю ее на несколько частей. Дай его мне. Я полагаю, это не все, что мне нужно. Ладно, кажется, и что это вообще не тот день. Ах, да, твоя мама, не волнуйся, она скоро придет, она отправилась... лицезреть новый мир. Она очень важная личность там. Когда она вернется, она все тут восстановит. Все снова будет работать. Мы восстановим тут все голыми руками. Нас не остановит истощение, мы будем строителями будущего. Будет здорово, уверяю тебя, мы будем вместе кататься на лодке. Ты когда-нибудь катался на лодке? Ох, отлично, увидимся. А вот еще что, возьми это, оно мне больше не пригодится. Спасибо за календарь. Вы нашли книгу с нечитабельным названием. Вы нашли среду. Книгу с нечитабельным названием. Это тем более мама сейчас. Но она ее пока нет на месте, не знаю. Может быть, к книге сходить? Ой, тьфу, так птица сходить. Что у тебя в руках? Книга? Что, большой господин застрял в дыре? Заткнись, я ничего не понимаю. Я помогу твоему другу, если ты отдашь мне книгу, да? Шикарно. Лучше посмотри, что мы можем предпринять. Это, я так понимаю, предыстория всех этих миров, как они, когда еще не было ничего, и они начали потом создаваться. Вуаля, большой господин, теперь свободен. Мы будем ждать тебя в...
коттеджа на западе каньона. Встретимся там и смотри, не упади. Мы нашли субботу. Это коттедж. Ее здесь нет. На западе. Это? Да, вот и нянь. Спасибо, малыш. Мы можем рассчитывать на тебя. Спасибо за книгу. Наше бедное время — это весьма ценный пример. Как будто... А, каков плут? Пока твоя мама не вернулась, мы могли бы составить тебе компанию. Мы можем обсудить темпы судьбы мира. Мы могли бы осмелиться нарисовать планы будущих стран, которые вскоре будут... Что ты об этом думаешь? Будущее, в котором каждый из нас станет хранителем всеобщего счастья. Где каждый человек будет работать и активно участвовать в поддержании гармонии. Где можно будет мечтать о счастливой жизни в любой момент, где наши дети смогли бы коснуться наших надежд. Конечно, это может... Ты можешь не понимать многих вещей, что говорят взрослые. Ты лучше скорее позабудь те слова, что... Свет есть луч, когда вокруг мгла. Пойди прогуляйся, повеселись. Исчерпай пользу от новой страны, которая вскоре восстанет еще до... Еще... Теплого плана. Не теряй даром время, хватит слушать расторганный лепет трех сумасшедших утопистов. Вы нашли секретик. Что еще за секретик? Защита от яда, немоты и слепоты. Ничего себе. Увеличить ловкость. Такое себе, не знаю, не хочу ее надевать. Мама, ты вернулась? Здравствуй, мама. Папа ушел. В любом случае, я его недолюбливал. Надеюсь, ты скоро вернешься. У меня сегодня появилось 3 новых друга. Высокий господин сказал, что покатает меня на лодке, и мы вместе будем строить новый мир. Маленькая птичка сказала, что покажет мне небо и облака, и я буду печалиться более. А большой господин сказал, что печет пироги. Хороший был денек. Пожалуйста, возвращайся поскорей. Это что, я тут пацан, что ли? Я за него играю? Континью. Вообще не понимаю. Так, понятно, это меня дамажит, поэтому лучше не ходить. Я понял, как это работает. Три, семь, пять, пять. Не знаю, правда, зачем это нужно. Походу, все-таки все равно придется делить это на 2 серии. А здесь что? Sunday. Сегодня папа подарил мне музыкальную шкатулку.
О, какой сегодня день? Воскресенье, 18 марта. Да, все правильно, вот возьми ты в качестве награды, вы нашли загадочный символ. Я здесь с кем-то еще сражаюсь, ничего ты здоровый, какой грустный. С 4 атак мы его убьем. Да, убили, ему хватило. Аж 940 опыта за него дали. На какой станции я могу найти металл внутри крупного рогатого скота? Альма, нет. Дамьен. Нет. Пентель. Да, это так, молодец. Вот, возьми это в качестве награды. Ауру силы. На какую из этих книг нельзя прочитать... какую из этих книг нельзя прочитать в библиотеке? Написано ЕС, инструкция. Инструкция есть, сказки и легенды есть. Написано ЕС, вот это. Нет, будь внимательнее. В следующий раз поиграем завтра. Мне казалось, что это важно. Какой секретный код для входа на склад? Ван Гасси. Вот это. Да, молодец, возможно, в качестве награды. Ослепляющий символ. Нахрен мне все это нужно? Так. Поиграем завтра. Нахрен мне это нужно? Привет, как ты себя чувствуешь? Скажи мне любое число. 8, 9, 4, 6. Браво, абсолютно верно. А попробуем еще одно. Секретный вход для... Ага. 3. 7. 5, 5. Нет, неправильно. Странно. А где я тогда должен это узнать? Нули тоже неправильно. Я перевернуть ее не могу. Похоже, что-то нарисовано в этом. Снизу там. Но я не знаю, как с этим вообще. Мне показалось, что это важно. Да мне тоже показалось. В следующий раз поиграем завтра. Как мне сделать так, чтобы наступило завтра? Наверное, надо ему какое-то число сказать. Какое я пока не вкурил. Это завтра наступило? Или я все перезагрузил, типа? Неправильно. Нет, все так и осталось. Это просто я туда вернулся, и поэтому... Ох, ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю, как быть-то.
В следующий раз поиграем завтра. Ну, хорошо. Они больше не хотят со мной играть. Перевернуть я не могу. Что делать? В смысле, а что тут есть какая-то разница, какие сохранения загружать? Ничего себе. Я просто ходил туда-сюда. Вообще все в тюрьме. Да, что-то ей как-то... Ох, тяжело. Мой мозг рушится вместе с этим миром, по-моему. Как-то раньше я еще улавливал суть. Вы хотите сказать, что мне надо... Нажать на все эти кнопки в правильном порядке, как на той фотографии? Ёб твою мать. Так это надо идти запоминать. Да, а вот и число. Заставляет меня туда-сюда бегать. Все. Так, что дальше делаем? Я так понимаю, мне больше это сохранение не нужно? Ну-ка. А что у нас в третьем? Ой, мне здесь плохо. Что-то сломалось. А, ну да, я не могу в эту дверь войти. Тут все перевернуто в этом мире. Сюда лучше не ходить. Как же дурно здесь находиться, это просто ужас какой-то. Так, где я это поназаписывал? У меня уже столько здесь этих чисел, что охренеть можно. Браво, просто чудесно. Вот возьми, хорошо сработано. Вы нашли карту на стрелец. Ничего мне с этой парашей делать. Доступ в комнату основа. А еще основа. А, может быть, это там, где там что-то сломалось? Ну-ка. На всякий случай сохранюсь. Да, я теперь перевернулся. Хоп, видите? Ёб твою мать, а здесь-то как быть? Я нигде никаких чисел не запоминал. А, ладно, методом тыка сделаю. О, получилось, надо же. Поиграть? Ни хрена узнает. Какой-то пиздец. Чаптер 2.
Когда это уже кончится, у меня крышняк едет, я нихера не понимаю. Да, папа дал ему комикс, это старый комикс, читать, да. О, я теперь еще и буду в это играть. Боксер, какой чудесный день. Болвил сегодня тихий, надеюсь, что ничто не сотрет чудную глубину неба. И Баттер, да, такой? Ха-ха, ты забыл, что я злой гений? Бальман? Не понял. И у меня новое изобретение, машина для клонирования. И я запомнил Болвил своими злыми клонами, и теперь нас никто не остановит. Я еще и похитил твою маленькую подружку. О нет, пожалуйста, теперь этот день не так прекрасен. Миссия 64. Очистить Болвил от злых клонов. Быстро. Чего? О-па-па. Какая кутерьма. Я бы поторопился. А так мне с ними сражаться надо? Немножко по-другому теперь. Чего у меня здесь есть? Есть хук. Ух, сколько у меня хп, но они нормально не смотрят. Хрять. Да я их просто с обычного удара уничтожаю. Черт возьми, это прям-таки нашествие! Ха-ха-ха, это конец, боксер! Жопочный мститель! Битва начинается, а у меня есть какая-нибудь хрень? Изумение. Блин, у меня так мало копится энергии. Так медленно. На. Мультиатака. Противники уничтожены. Это невозможно даже для супергероя. У тебя нет шансов. Нет. Это так тупо. Он мертв. Сегодня меня наконец-то взяла на руки мама. Конец близок, друг мой. Я думаю, что красный блок позади тебя последний, поэтому было бы неплохо сохранить сейчас, пока ты не вошел встретиться с королевой. Ты можешь потратить полученные в бою кредиты. Оно мне надо. Ищу для объект, связанный с мясом. Опа. Отлично. А это мне по-любому нужно. Я помните, говорил то, что у меня есть все, кроме вот этого объекта, связанного с мясом. Буэнос. А, хрен его знает, что он там сказал. У меня все элементы. Чаптер 1. Королева. Не знаю, правда, хоть я немножко и посмотрел, получится ли у меня выйти на какую-то там концовку. На обычную. Потому что наверняка это надо будет как-то их применять или что с ними делать вообще надо будет. Первое, что она сказала, это... Наконец ты пришел, Баттер. Я очень долго ждала твоего прихода. Но твой путь был тщетным. Ты только создаешь еще больше проблем. Иди домой. Как обычно, с холодной уверенностью Баттер сказал. Я это и делаю. Здесь очаг моего отца. Твои стражи сломлены, теперь ты королева несуществующего боли королевства.
Удивительно, но совершенно не растерявшись, она спросила: «Зачем ты уничтожил нацию, что я возрождала?» Ответ был прост: «Ты никогда бы не была в этом месте, чтобы сделать хоть что-то. Твоей задачей было позаботиться о них, о чем ты не справилась. Теперь с твоей помощью я завершу мою священную миссию». Выдерживая нападки со стороны Баттера, которые он вставлял в монотонный диалог между собой, королева озвучила истину. «Я сделала все ради него. Я просто желала счастья моему дитя». «Мы так озадачились приготовлением ко дню рождения, что совсем забыли, чье оно». Этот ответ выбил королеву из себя. «Ты разгромил праздник, Баттер! Я не позволю тебе тронуть сына, что привел нас в этот мир! Сегодня ты умрешь!» «Это случаем не папаша?» «Да подожди-ка. Давай авто просто, я не хочу с ней даже сражаться, посмотрим, что они сами справятся, нет?» «Я и так перекачиваю, вряд ли что-то сможем сделать, это такое особое». Да, она не прям не сказала бы, что прям очень жестко по мне бьет. Ну, почему-то уничтожили. Ну-ка, постойте-ка. Атака. Попробую. Я очень хочу проверить. Просто для чего-то же эти предметы нужны? Предметы. Инструкция. Нет, нельзя никак это использовать. Тогда пусть дальше сражаются. Неплохо они такие втащили королеве. Называют «сражайтесь сами», и навтыкали ей. Бейте, бейте ее, правильно. Как-то они ее слабо бьют. Один вообще спит. Но теперь пока урон не получит, не проснется, если они правда что-нибудь не сделают. А нет, они только может из сна вывести. Че они бьют обычными атаками? Ударьте уже способностью, что вы делаете? Так же долго бить будете, что вы делаете? Да нафиг, я лучше сам. Натравлен. Так, подожди. Атаковать, подойди. Так, ты умение используешь на него, снимаешь это сраное отравление. Так, ты умение. Используешь магический удар, самый большой сильный. О, вот это я понимаю, умение. Не то, что там использовал в автобою. На, еще раз. И она сейчас затухла. Даже не надо было ничего делать. Баттер, смотрю, они получили все новые уровни. Это было очень безответственно, Баттер. Я испекла большой торт на вечеринку. Хочешь кофе? Моя любовь. Все пошло не так. Пора забыть все это и сладко спать. А знаешь, у него были твои глаза. Они переполнены страхом. What the fuck? Походу, она убила своего сына, когда в первый день захотела, пришла мама наконец-таки, и решила взять его на руки. Не знаю, уронил, может быть, он подох, и папаша решил отомстить. За кого я сейчас играю? Я здесь. Ч?
Че, он теперь ребенка хочет убить? Он что, вообще всех завалить решил? Значит, не, подожди, мои догадки вообще никуда ни к чему не приводят. Ну-ка, умение. На тебе. Папа пришел, он боялся папу, кстати. Не, она его защищала наоборот. А теперь я пришел и начал ему стаскивать. Подожди, предметы. Нет, здесь их тоже нельзя использовать. Я не знаю, зачем они нужны вообще. Я их все достал, а для чего они нужны, хрен его знает. На, ему даже шансов нет. Да он с нами даже ничего и не сделал. Ну просто скажется, я его просто так. Я боюсь темноты. С этого момента больше не будет темноты. А, он был стражем этой зоны. Мне кажется, я вышел на самую худшую концовку, которую только можно было. Стой тут, лжец! Чего? Признаюсь, я возложил слепые признания, твердившие из надежды самую искреннюю веру в тебя. Можно сказать, я допустил ошибку в самом начале. Но настоящий предатель тот, кто лжет в глаза кошки. Что ты наделал, вспунщик? Является ли этот призрачный кадр в сценарии оправданием убийства жены и ребенка? Ты не очистил это место, ты разрушил, искоренил его и погрузил его в вечное небытие. Так будет лучше. Я не должен был протягивать тебе руку помощи, как я не заметил черное пламя, что питало тебя изнутри, вспунчик. Присоединяйся. Искупи грехи, что ты мы совершили, уничтожив этого монстра. Завершим работу. Делай, ты же мне нужен для очистки мира. Пришло время сделать тщетное решение, чтобы покончить с этим. Спешл эндинг? Или официальный эндинг? Ну давайте сначала с официального начнем, потом уже на спешл выйдем. Тем хуже для тебя, вспунчик. Ты умрешь под влиянием своей злой марионетки. Попрощайся со всем тем, что ты оставил в этом мире. А если я его... Не знаю, он сильный вообще босс? Или можно было авто нажать? Мини. На тебе, кошал. Ну пофигу. С этого не пофиг. Короче, я не хочу с этим. А, так, пусть попробуем, посмотрим, как они сами справятся. Нормально вроде сносит. Или я вообще просто не попал умением по нему тогда. Не хочу сражаться. Я бы не сказал, чтобы он сильно сносит. Но не, он тоже по нему очень хорошо бьет. И без моих приказов. Интересно, а почему я все время так не ставил? Зачем я сам все это время сражался? Они же спокойно с ним справляются. Противники уничтожены. Это конец. Уйти от твоей судьбы невозможно. Спешл эдинг. Этот выбор хоть и, к сожалению, тщетный, но я думаю, правильный. А теперь, Баттер, почувствуй реваншистскую жажду тщетного правосудия. Ёбаный в рот, Баттер, ничего себе.
не надо его договаривать. Что ты умеешь? Слава средней силы, невероятной силы. От яда пролечен. Ну че себе он не втаскивает? На тебя пролечен. На тебе невероятные силы. А, он подох сразу же. Я его пролечу. Все. Твоя безумная миссия окончена. Умри, Баттер, с вечной памятью о том, что не подверглась твоей зачистке. Слишком поздно, все кончено, я знаю. Но будет лучше, если ты победишь. Поэтому ничего не остается, кроме как сожалеть. Что-то ничего не поменялось как-то особо. Только шаг выиграть, не знаю. Концовка Баттера, по-моему, здесь самая правильная. Он просто взял все и уничтожил. Он под даром же игра называется Off. Он взял все, вырубил. А если ты убиваешь Баттера, то какая разница, он все равно уже все вырубил. Один кошак только остается в мире. Я-то думал, это действительно отдельно существующий мир. А не просто воображение или как-то детское видение этого всего. Хотя хрен его знает, может, я неправильно понял. Может, действительно такой мир, просто боги, вот эта королева и папаша их, сам Баттер. Ему все это надоело, и он решил уничтожить своего ребенка. Вместе с королевой вообще все это закончить, потому что ему надоело жить. Ну ладно, не такого я ждал. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.